276 страниц, естественно, примерно столько же фотографий. Входит практически вся Ленинградская область. Мы постарались осветить и какие-то интересные места экскурсионные, и храмы, и промышленность. И... В общем, мне кажется, этот альбом представляет Ленинградскую область во всем объеме. Ну, по крайней мере, мы старались это сделать. Фокусируясь на каком-то конкретном объекте или на какой-то конкретной фотографии, чувствуешь, что наша большая Земля не такая уж большая, она маленькая и состоит из вот таких замечательных, красивейших моментов. Ну и, конечно, радостно от того, что есть такие люди, которые показывают нам вот эти моменты. Ведь самим нам не увидеть, по сути дела, обычному обывателю, не летает сверху, и не увидеть вот эту красоту, сфокусированную в каком-то отдельном, нормальном, красивом объекте. Одна из задач фонда – это дать возможность как можно большему количеству людей познать красоту Божьего мира. И, конечно, не без помощи Вячеслава Адамовича, который дал возможность увидеть эту красоту всем нам. То есть этот альбом вышел в тираж. А у Вячеслава Адамовича такой отличный интерес ко всему. Он настолько во все вникает. И надо было вот слетать на вертолете, ни слова не говоря, взял, полетел. Знаете, он даже вопросов не задал. Надо, надо. Спасибо. Ну, вот считается, что любое искусство, мы говорим про фотографию, а фотография – это все-таки искусство, это производное от жизни. Соответственно, рассказ об искусстве – это уже седьмая вода на киселе, сделать так, чтобы это было хоть как-то интересным, предельно сложно. Поэтому у меня есть другое предложение. Я вам немножко расскажу, собственно, о процессе, о работе, о том, что такое аэрофотосъемка. Казалось бы, все мы умеем фотографировать, да, у всех есть смартфоны с хорошими камерами, но на самом деле это целое мастерство, да, поймать цвет, поймать ракурс, да, увидеть, это что такое фотография? Это, по сути, обычные вещи, да, под, так скажем, вложенная душа, наверное, фотографа, да, свое какое-то видение тоже позволяет обычное увидеть под новым углом, скажем так. Я сама очень люблю такие видовые фотографии. Это нашло отклик в моей душе колоссальный. И то, что получила я сегодня в подарок такой чудесный альбом, это дар, который будет храниться в моей библиотеке долгие годы.